Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило свыше 700 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 9 преступлений, 5 из которых раскрыто. В очередной раз напомним, что ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты посторонним вам людям. Даже если вам поступил звонок от якобы специалиста финансового учреждения, либо службы безопасности с сообщением о том, что с вашей карты происходит несанкционированное списание денежных средств, даже в этом случае не называйте номер карты на ее лицевой и оборотной стороне. И тем более не передавайте код транзакции, поступивший вам на мобильный телефон в качестве подтверждения. Запомните, специалисты банков такую информацию не запрашивают. Несмотря на неоднократные предупреждения, доверчивые нефтеюганцы вновь и вновь становятся жертвами аферистов. Расскажите, как вас обманули мошенники? Я дала объявление на Авито о продаже. Вот позвонил человек и сказал, что хочет купить. Угу, и что ему? Спросил, куда можно перевести деньги. Я сказала, на карту. Спросил, вы сами приедете? Он говорит, нет. У меня приедет транспортная компания. Вот. И спросил, какой у меня какая у меня карта, какого банка. Я ответила, какого банка. Он сказал, что у меня нет ни этого банка карты, я могу вам перевести, только продиктуйте номер карты. Я продиктовала. Вот. Потом сказал, что для транспортной компании нужен чек, то есть подтверждение, что сейчас придет смс вам, скажите мне номер. Я спросила, для чего это нужно? Он сказал, для транспортной компании, они ведут свой учет. Вот для этого. И все быстро произошло, то есть я просто продиктовала номер, код. И в общей сложности? В общей сложности списали три раза по 2500, то есть 7500 списали. Кроме того, продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. В отчетном периоде сотрудниками полиции выявлено 3 факта покушения на сбыт наркотиков. Общий вес изъятых веществ составил порядка 15 грамм. Также сообщаем, что стражами порядка проводится профилактическое мероприятие «Нет вражды и ненависти», направленное на предупреждение пресечения экстремистской деятельности, а также вовлечение молодежи в деструктивную деятельность. В ходе мероприятия полицейскими выявлено более 100 ссылок на страницы в сети интернет, содержащих информацию с признаками экстремистской направленности. Согласно действующего законодательства, данные страницы подлежат блокировке. Кроме того, выявлено 2 факта публичной пропаганды и демонстрации атрибутики и символики нацистских и экстремистских организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, а также 2 факта распространения экстремистских материалов. Работа в данном направлении продолжается. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции разыскивается гражданин Жеребцов Валерий Александрович, 1957 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, убедительная просьба сообщить дежурную часть полиции. Как получить справку об отсутствии судимости? Очень просто, с сайтом госуслуг. Справка о наличии или отсутствии судимости. Здравствуйте! Если вы хотите получить справку о наличии или отсутствии судимости при помощи портала госуслуг, то вам необходимо совершить следующие действия. Зайти на портал www.gosuslugi.ru, ввести данные для входа в личный кабинет, логин и пароль. В строке поиска введите «Справка об отсутствии судимости». В результатах поиска нажмите на «Справка об отсутствии судимости». Выберите тип получения «Электронная услуга». Ознакомьтесь с правилами получения и нажмите на кнопку «Получить услугу». Заполните сведения о заявителе. Выберите роль заявителя. Проверьте личные данные и при необходимости исправьте их. Если вы меняли фамилию, имя, отчество или регион проживания, добавьте эту информацию в соответствующие графы. Прикрепите электронные образцы документов. Страницы, содержащие сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета и об отношении гражданина к воинской обязанности. Далее выберите способ получения ответа. При выборе пункта с необходимостью личного посещения укажите количество экземпляров. Укажите регион направления запроса. Нажмите кнопку «Подать заявление». С помощью этих действий вы смогли без значительных временных затрат оформить все документы на получение справки об отсутствии судимости при помощи сайта госуслуг. Госуслуги. Любая справка. Легко.
Отдел МВД России по городу Нефтеюганску объявляет набор на службу в полицию на различные должности в основные подразделения. Требования к кандидатам гражданства Российской Федерации – возраст до 40 лет, образование не ниже среднего. Способность по состоянию здоровья и физической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Высокая зарплата, полный соцпакет. И, конечно, самая важная и интересная работа гарантированы. По всем вопросам обращаться по телефону 29 56 06. Всего в отчетном периоде на улично-дорожной сети города зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. Полицейскими выявлено и задокументировано свыше 700 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД. А также проведено 5 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Ну и в завершении выпуска вновь напомним, как не стать жертвой мошенников. Как не стать жертвой мошенников? Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным, не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас по СМС. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтеюганска, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Будьте бдительны и всего вам доброго.